Диме Олеве. Действительно, их мечта сбылась. Сбылась мечта родителей. Они очень любили фигурное катание. Пытались отдать Диму в лыжи, но все-таки фигурное катание победило. Дмитрий Алиев. Вы помните его великолепное выступление в короткой программе на Олимпийских играх. Он был четвертым после короткой программы. Но ведь еще совсем молодой парень, 18 лет. Очень трудно он пережил эту ночь. Ошибся в произвольном катании. Стал седьмым. Но это такое большое подспорье в его дальнейшей жизни. Итак, Дмитрий Алиев. Помолимся за родителей. Потому что в его спортивной жизни родители сыграли огромную роль. Я отпил у взрослой жизни рано, а вот сейчас бы убежать. В детство убежать. Как хочу к тебе прижаться, мама, и папе тайну рассказать, тайну рассказать. Вы простите мне разлуки, грешность. Время закрутило, занесло. Пусть хранят ваш дом любовь и нежность, они из детства моего, детства моего. Помолимся за родителей, за всех живых и небожителей. И в час, когда станет холода, души свечами согреем, помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям, помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Помолятся дети за нас. Дмитрий Алиев, великолепный спортсмен, великолепный наш фигурист, одиночник. Все будет хорошо. Да, научится Дмитрий переживать эти бессонные ночи после хорошего выступления. Научится выступать на Олимпийских играх. Со следующей, со второй попытки в Чончхане все будет хорошо. Столько у него есть, такие хорошие задатки. Столько у него есть еще не раскрытого. Такое красивое катание, прекрасные прыжки. Он все это уже умеет, знает. И вот этот бесподобный, абсолютно бесценный опыт проигрыша, относительного проигрыша на Олимпиаде, конечно, поможет ему побеждать в дальнейшем. Посмотрите, какие великолепные элементы, как многому Дима даже за последний год научился. Серебряный призер чемпионата Европы. И, к сожалению, как вы все знаете, Ксению Федора не допустили...